Всем привет, господа! Продолжаем нашу хузлилу. Хузлила, а хуз ее знает. Собственно, это мы и должны узнать. Так как первая серия, на удивление, собрала, ну, для моего вкусового канала, достаточно большое количество просмотров, ну, надо продолжать, что поделать. Раз вам нравится, ну, куда деться? Давайте, загрузим игру. Квартира-вилла, крыша школы. А, последняя, да? Загрузить. Последнее, да, загрузить? А, вот, давай. Вот, собственно, закончили мы на том, что приятель нашей Тани, пропавший, наш Нига, избил нас на крыше, потому что мы не сказали ему, где она. А чтоб мы сами знали. Хотя, впрочем, может, мы и знаем, я без понятия. В общем, давайте прочухаемся после этого дела. Ух, ой, надо вставать. Встали, а мы что-то уже и не на крыше, по-моему. Что это за телепорт при помощи пиздюлей? Это что-то новое. Ага, вот здесь мы ничего не можем найти. Единственное, что мы можем, это вот сюда переместиться. А нет, это все-таки крыша была. Так, подожди. Лучше мне туда не возвращаться. Почему? А мне хотелось бы вернуться, оно не очень по... Кстати, один момент, я покомментировал первую серию, я, кажется, понял, как найти третьего звонящего в бойлерной. А фишка в том, что нужно идти на звук. То есть ты подходишь к двери, и если слышишь, что духовые начинают духить, если это самое, трубы начинают трубить, то значит ты на правильном пути. Давайте-ка сходим в бойлерную опять, чтобы я еще помнил, где она. И... Не-не-не, это толчок, по-моему. Да-да-да, это лицевые мышцы тут. Плакат с лицевыми мышцами. В толчок мы не можем попасть или в какую-то аудиторию, что-то типа того. А, лучше мне туда не возвращаться, я понял. Пойдемте, сходим в бойлерную и попробуем таки найти этого третьего звонящего. Я думаю, как бы... Это должно быть интересно. Так, это кабинеты. Кабинеты мне нафиг не сдались. Вот здесь, да? По-моему, здесь. Да, точно. Пойдем в дверь и попробуем, как бы, реализовать мою теорию на практике. Вот сюда подходим, вроде звука дофига. А тут вроде тише. Идем сюда. Ага. О. Подойдем. Тут две двери, да? Раз, два. Подойдем к этой двери. Ну так, не особо. К этой. Ага, ага. О, началось. Окей. Да, да, мне кажется, это работает. Но тут у нас единственный проход. Насколько я помню. Один же? Да, один. Ага, отлично, музыка нарастает. Так, здесь мы куда можем пройти? Опять же, только в одно место. Это хорошо. Ага, и музычка нарастает. Во-во-во, моя теория, как бы, блин. Нормально, мне кажется, работает. Тут два прохода. Подойдем к первой двери. Блин, ебать, я умный. О, началось музло. На всякий случай. Подойдем, а мы не можем подойти к той, ладно. Ага, слушайте, да. Кайф. Возможно, еще немного, тут только один проходик, это хорошо. Значит, мы не можем ошибиться. Так, два прохода, опять же. Подходим сюда. Ой, музычка играет. Хорошо. Опа! Ёбаный в рот. Закрой глаза. Сейчас закрою. Сейчас закрою. Блин, я только один закрыл. Блин, не успел. И что будет? Смерть. Получено достижение. Прекрасно. Попробуем еще раз. Автобойлерная. Ага. Наверное, это последняя. Это же последнее, да, у меня есть уже ключи, прокладки. Прокладок нет, но мы не взяли по какой-то причине. Угу, нам сюда. Теперь я знаю, что нужно быстро закрывать глаза. Угу, нам точно сюда. Хорошо.
Ага, значит сюда. Ага, работает, работает, работает. Тут только один путь есть, да? Хорошо. Прикольно, что сначала наша тень идет, а потом мы. Это на самом деле классное эстетическое решение, мне нравится. Блин. Наверное, туда. Я не могу ближе подойти. Да, 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 все верно. Ага, давай, 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 чапай. Так, ну сейчас, в этот раз точно получится, да? Ага, хорошечно. Так, готовлюсь, если что. Пошли, пошли, пошли. Блин, опять. Угу, сюда. Да, все верно. Блять, закрываю глаза, закрываю глаза, закрываю глаза. Я закрыл глаза, я закрыл, я закрыл, я закрыл. Я закрыл. Не говорите мне, что смерть. Я закрыл глаза, блядь. Вон они, закрыты. Опа! Опа! Прикольно. Погнали. Фух. Давай, забирайся. Давай побыстрее, братишка. Не томи. А здесь больше никаких казусов не предвидится. Это мы забираемся. Все еще. Да. Игра любит тратить мое время. Давай, давай, булками шевели, ты, ё-моё. Нам еще в два места нужно прийти. Опа. С кем-то можно говорить? А с кем? Непонятно. С машиной? Лила? Лила — это механизм? Какой приятный сюрприз. А, это механизм обращается нам как Лилу. Здравствуй, Уильям. А, нет. Так, это механизм к нам обращается как Лиле. Или мы обращаемся к механизму, как Лила. А механизм отвечает нам: «Здравствуй, Уильям». Ой, бля, сложно, непонятно. Ты должен перестать звонить мне по телефону. Это бесполезно. Вилл, я не собираюсь повторять. Твои уловки смехотворные, и даже с ее помощью ты не вернешься. У меня для тебя кое-что есть. Прошу, возьми. Ты меня вообще слушаешь? Слушаю. Чё брать? Вот это? Я беру. Вы получили колесо. Ибо. И куда я его запихал? Это колесо в жопу себе? Ведь на шею повесил. О, окей. У меня есть колесико. Получено достижение колесо фортуны. Я достигатор сегодня. Только достигаю и достигаю. Так, подождите. И чё? А, и чё? Я получил достижение колесо фортуны. И? Ладно, проснуться. Мне сложно... Дождите. Это типа одна из консолей? Я ничего не понял. А, нет, вот у меня колесо фортуны есть. Кайф. Завидую другим, они делают это естественно. Мне же приходится осознанно контролировать каждую мышцу своего лица. Каждое утро я иду в ванную, чтобы отрепетировать выражение лица на сегодня. Так, давай сегодня не будем репетировать выражение лица, это у нас уже было. Ну, я так проскипаю быстренько. Опа. А раньше я тут не мог ничего взять. Интересно. В них больше нет нужды. В ком в них? Что это за... Глазные яблоки, блять. Непонятно, что лежит. Ландыши. Вы получили записку самому себе. Кайф. Так, во-первых, колесо. Деталь странного механизма. Ладно, мы пока не знаем, для чего она нам нужна. Записка самому себе. Улыбка, грусть. А, понятно, это как выражать. То есть брови, рот. Блин, грусть от злости на самом деле очень сложно отличить. Ого. Фу, вот как это фу сделать? А, рот вот так вот и тянуть.
А страх — это широкие глаза. Ну, типа, я понял, допустим. Можем попробовать отрепетировать. Так, в этом я больше не нуждаюсь, да? Окей. А, назад? А, ну вот же кнопка назад. Когда я вижу мисс Хатчинс, она как всегда спросит, как у меня дела. Я отвечу: хорошо, спасибо, и улыбнусь. Готова улыбка. Ага. Если я вижу мертвую собаку на улице, то я взгрустну? Блять. Брови тяни вниз. Блять, ну грусть же, не? Ну грусть, сука. Вы сделали грустное лицо, да, работает. Кое-как. Хотя некоторые предпочтут отвести глаза. Тоже вариант. Блять, у меня там не было нарисовано, как можно отвести глаза. Если какой-нибудь чудак приверся ко мне в магазине, я отпугну его. Бля, как злое сделать. Бровь вот так вот. Вверх одну. Оп. Оп. Ваше лицо осталось нейтральным. Ну, сука, ладно. Со злостью у меня пока не очень получается. Давай попробуем еще раз. Я отпугну его вот так вот. Хача, блядь. О! О! Отвращение. Ну ладно. Хм. Да не получается у меня злость, но хоть усрись. Давай. Ну чем это не злость, блядь? Удивленный. А, ладно, это удивление. Так, бля, злость как? Так. Если узнаю, что мой заклятый враг мертв, ну тут я улыбнусь, да, и все хорошо будет. Оп, вот так вот. Довольный, сука. И даже вот так вот оттяну. Да-да-да, не надо скрывать того, что ты радуешься тому, что твой враг того. Блять, я пропустил, что мне нужно. Нет, это не то выражение лица. Если кто-то заставит меня врасплох неожиданным звонком. А, удивление. А, вот это испуг получается. А как удивление делать? Выглядите испуганно. Хм. Если кто-то заставит меня, застает меня врасплох неожиданным звонком. Так как это удивление-то делать? Я не знаю, как тут удивляться в этой игре. Я забыл, блядь. А, удивление, наверное, ебало в рот. Ебало в рот. Лицо вверх. Ну, блин, а если я испытываю отвращение от таких штук? Что поделать? Такой я человек. Ну, в ужасе это понятно. Вот, испуг. Все, готово. Выглядите испуганно. Так, давай еще раз посмотрим. Чисто на записочку. Да-да-да, мусор, я знаю, блядь. Вынести мусор, ну это уже было, е-мое. Грусть. А, ебло вниз и брови вниз. Понятно, ебло вниз, брови вниз, грусть. Ладно, попробуем запомнить. Назад. Пошли, я знаю, где мусор лежит. Ой, да-да-да, знаю, звонки, вся хуйня. Давай, другой сценарий. А если не отвечать на звонок? Блин, тогда я адрес не получу. Ладно. Эй, парень! Почему ты не отвечаешь по телефону, который тебе дали? Ладно, неважно, ты уже слышал? Отец Лоуренс мертв, да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, этот телефон сейчас зазвонит, да? Давай. Ага. Все-все-все, дайте ответить. Я уже все понял, я же это помню. 10 раз проходить одни и те же сценарии, это такое себе. Лила, пожалуйста, я прошу тебя, впусти меня обратно. Окей, назад, идем. Сейчас быстренько мусор возьмем. Больше у нас тут ничего не это. Вот, мешочек. Нашли мешок мусора. Отлично. Ой, блин, я знаю код, но я не знаю код. Куда я его делал? Ё-моё, он мне где-то на листочке был. Так я потерял эту фигню. А, не, не потерял. Ладно. Смотрите-ка. 38-16.
Да. 30, 8, 16. Я помогал на маленькой ферме Лоуренса, бла-бла-бла, 3 рубля. Ага. Кажется, кто-то из братьев не ест животных, а у него были животные, а он не продает или продает, черт его знает. Я неплохо справляюсь с визуализацией Лилы, чтобы это не значило. Лоуренс знал, кто это Лила, но теперь, бля, у него уже не спросишь. Лучше я доверюсь ей, чем ему. Остальные мне завидуют, бла-бла-бла. Часть страницы оторвана. Хотя, а этого раньше не было вроде, про зависть. Пустой стакан, да-да-да. Садовый инструмент. Назад, все, это мы все видели. Дальше, уходим. Погнали. Так, пропала собака. Ну, в смысле, какая собака? Это просто и песню вспомнил. Так-то Таня Кеннеди. Таня никакая не собака, она Homo sapiens sapiens женского полу. Это мы усвоили. Ну, давай поговорим с мисс Хатчинс, улыбнемся ей, она там скажет нам про ворон. Здравствуйте, мисс Хатчинс. О, этого хватит. Куда ты так рано с утра? Просто выбрасываю мусор, мисс Хатчинс. Возле наших мусорных баков в последнее время развелось много ворон. Надоедливые твари. Я пойду, мисс Хатчинс. Береги себя, милый. Она не просит нас спугнуть их? Слушай, тут немножко отличаются все-таки диалоги. Растение в горшке. Несмотря на усилия мисс Хатчинс, она умирает. Грязные вороны. Я не буду ее отпугивать. Она мне не надо. Опа, а вот этих лампочек. Они тут были раньше? А, все, я готов. Я выбросил мусор. Новое задание. Добраться до школы на автобусе. Но мы не поедем в школу, очевидно. Тут что, грязные вороны? Ну ладно, прощай, грязные вороны. Еще одна ворона, и сюда мы уже смотрели. В этом доме больше никто не живет. Заброшенное, но по-своему очаровательное место. Один раз мы были там с Таней. А, и на этом история заканчивается. Прекрасно. Пошли на остановку, и в этот раз мы поедем не в школу, потому что в школе мы сделали все. А, блин, у нас ключей нет. Ну, давайте пойдем в школу. Блин, а я не хочу уже в школу. Вечеринка еще появилась. Давайте на станцию Балтимор-стрит. Вот так вот. Го! Новое задание, поговорить со Струпневым. Струпнев? Ну и фамилия. Миленькая. Поезд. Вот бы мне уехать. Далеко-далеко. Far-far away, мать твою. И чё? О, я могу сюда посмотреть. Ой, какой ты страшный. Это Струпнев? Ну привет, парень. Здравствуй, Струпнев. Я плохо тебя вижу, подойди-ка ближе. Он странно пахнет. Аммиаком, как все старички. Как пахнут пожилые люди. Ну да, чего и следовало ожидать. И как что-то еще, будто бы черная смола. А, и как что-то еще, будто бы черная смола. Парень, ты ничего не хочешь у меня спросить? Ты же по обычному телефону мне позвонил. Ну и что? Да нет смысла в этих одноразовых звонилках. Ребячество. Уилл, никого не осталось, кроме меня. И тебя. Я много пожаров в своей жизни повидал, но этот был настоящим адом. Там камня на камне не осталось. Что же мы будем делать без отца Лоуренса? Струпнев. Он оставил что-нибудь после себя? Струпнев. Многоточие. Она говорит с тобой? Что? Она перестала разговаривать со мной после пожара. Лила. Она говорит с тобой? Пускай будет грусть, пускай будет грусть. А, вот бровки, домиком. Испуганно? Блять, чего трясешься, парень? Холодно? Да не, нечего врать старому псу вроде меня. В глазах твоих вижу. Она до сих пор говорит с тобой, не так ли? Может, даже сейчас? Чертов мальчишка! Ты этого не заслуживаешь! Знал бы ты, что мы делали с мальчиками вроде тебя. Кто мы? Хотя, судя по твоей улыбке, блин, понятно, что вы делали с мальчиками. Можешь не рассказывать. Когда я еще с зоны не откинулся.
Ой, здоровый ёбыч сделал. Сгинь. Повезло тебе, что мы в общественном месте. Мелкая лживая ты крыса. Ну не получилось у меня сделать лицо правильное. Я вообще не знал, какое из них правильное. Почему? Почему из всех людей она до сих пор говорит именно с тобой? Добраться до старого депо. Ну и ладно. Старое депо. Вот оно. Наверное. Так, тут больше ничего нет. Кроме этой лампулечки. Опа. А если я возьму колесо? Да-да-да, а если я возьму колесо? А как, что, я не могу взять колесо? Очень похоже, что его можно положить сюда. Поставить сюда. А как я могу использовать его? Да блин, а что я не могу использовать? Просто мне кажется супер очевидным, что я могу использовать это колесо здесь. Алло. Играю. Чё ты мне бу-бу-бу-бу-бу, блядь? Перетащить тебя? Ну, слушай, я на него кликаю, и другой интеракции с ней вроде как у меня не предвидится. Соответственно, его нельзя ни перетащить, ни какие-то другие варианты. Но так как я не могу пока с этим говном ничего сделать, я пойду в другую локацию. Правильно, правильно? Я думаю, так бы я бы просто кликнул, и это колесо бы сработало, но нет. Ай, я дурак, это ж вентиль, эту штуку крутить можно. Давай, наяривай. Что произошло только что? Струпнев, где ты, черт возьми? Уильям. Думал, получится меня обмануть, а? Лила, я знаю, что ты слышишь. Прошу, ты жизнь моя. Не пойму, почему ты выбрала этого мерзкого мальчонку. Прошу, прошу, прошу. Я всего лишь хочу тебя увидеть. Всего один раз. Наверное, наверное, он держит тебя в заперти в своем уродливом теле. Так и есть ведь, да, принцесса? Не волнуйся, я освобожу тебя от него. И тогда у тебя останусь только я. Тебе будет хорошо и уютно прямо вот тут. Прямо здесь. Мальчишка, как ты, сука, посмел украсть ее у меня? Я вырежу ее из тебя. Я из тебя вырежу. Так, ладно, экспрессии до хуя. Вон он идет, да? Ага, хуй ты вырежешь. Так, стой, не-не-не. Пошел нахуй. Не достанешь, блядь. Ага, ага. А, не-не-не. Не-не. Ты че, нашел меня? Да ты офигел, там тупик, что ли? Блин. Ладно, давай заново. Я понял. Я понял. Тут у нас стелс попер. Ага, ага, ага. Да, беги за мной. Мудень, блядь. Ага, 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 ага. Да, беги, блядь, дурик. Дурик, нахуй. Пока, блядь. Аривидерчи, хуесос. Блять, алло, отсюда что, не выйти? Ну, ах ты сволочь, ну, обходи. Скотский, нахуй. А куда идти-то, блять? Вон лампочка там есть, да? Так, подожди. Ага, в какую сторону пойдешь? Сюда? Да-да-да, иди. Умничка, нахуй. Так, лампочка, возьми, блядь, нахуй. Блин, опять шель стелс? Ладно, ну ты пошел туда. До свидания, блядь. Оп, подожди. Не, ну если хочешь бежать за мной, беги. Я тебе как бы, блядь... Я тебе не запрещаю. Но знай одно. Заново, да? Ну ладно, я понял. Я все понял. Буду, блядь.
Ну, идешь куда? Да, давай иди. Иди. Да. Да. Хочу срись, блядь, бегай. Мне нужно туда, да? А, ну и пошел ты нахуй. Ха-ха. Не вздумай, блядь. Даже не вздумай. Все, я тебя обогнал. Хуило. Прощай, блядь. О, боженьки, блядь. Мне в эту дверь. Я не хочу начинать заново. Куда ты, блядь? Куда ты пойдешь сейчас? Ага, правильно, блядь. Иди туда. Блядь, скотина. Гуммозный дядя, блядь. За мной не хочешь побежать? Ну давай, выходи с того угла, блядь. Я знаю, тебе туда надо. Ага. Вова, иди. Во-во-во, иди туда. Правильно. Молодец. Да все, хренасос, опоздал. Не вздумай. Скотина, блядь, не вздумай. Ты чё делаешь? Вон, я иду к двери. Не надо, блядь, я иду к двери, не надо. Давай быстрее чапай своими сраными ляжками, тупой хуесос. Закрыть глаза должен, а я уже закрыл. А опять эта фигня. Это что, Лила? Что это за паразит с усиками? Ой, ну и шумок. Еба шумит. Снова она. О, ухмыльнулся. Ступник. Что это? Так сильно хотел посмотреть? Ну что же, наслаждайся видом. Ступник. Ступнев немножечко раскрутился. Она снова спряталась в бойлер. Ну что, насытилась? Пока что. О, Лила, ты такая негодная девчонка. Императрица, говорит. Кто императрица? У нас есть Уильям, у нас есть Лила, а теперь у нас появилась еще какая-то императрица. Я больше не нуждаюсь в пище. Жилище, поисками которого ты занимаешься, ему присвоено численное значение. Его номер 33. Я не знаю, сохранит ли игра эту информацию, так что я напишу здесь от греха подальше. 33. Все, на той бумаженьке написал, на которой у меня код. Чертов Лоуренс. И Уильям так хорошо его запрятал. А сейчас, Лила, хоть твои трюки меня и забавляют, сейчас время для нас завершиться. Получено достижение императрицы. На этом серию мы закончим. Она была интенсивной и прикольно на самом деле. Меня более-менее затягивает. Я, может, даже еще запишу. Серьезно. Шиза, но шиза, которая не то чтобы сильно раскрывает карты, да. Я надеюсь, что она все-таки собирается их раскрыть рано или поздно. Вот. Что игра не обосрется под конец. И было бы интересно пройти больше ветвей, чтобы понять, что вообще тут происходит. Так что все. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что посмотрели. Если посмотрели, всем до следующей серии. Всем пока.